Инстасамка стала новым мемом, и ее везде обсуждают из-за ее пластических операций. Даша Корейка приглашает всех на прямую трансляцию ее операции по смене пола. Егор Ши продолжает писать Егору Криду, чтобы тот его заметил. А Карина Карамбейби полностью перевоплотилась в главную героиню из сериала «Игра в кальмара», который сейчас популярен во всем мире. В общем, подписываемся на ютубчик АВО и начинаем смотреть. Погнали! Вы только посмотрите на это сходство. Карина Карамбейби и главная героиня сериала «Игра в кальмара». Это просто нереально, ведь можно спокойно ее поставить дублером, чтобы она ее заменила во второй части. И на самом деле сериал не отпускает ни ее, ни многих поклонников. Народ продолжает пересматривать первый сезон, и все уже просят второй и даже третий наперед. Вот так вот «Игра в кальмара» зацепила этот мир, и особенно Карамбейби. Даша Корейка в прямой трансляции планирует сделать смену пола, но, по крайней мере, так она написала и сказала у себя в Инстаграме. Опять же, для этой ситуации она готовит другую страничку в Инсте. Но для чего? Многие подписчики уже думают, что просто она хочет раскрутить другую Инсту и, возможно, ее продать. А может оставить себе просто как альтернативу, потому что каналы постепенно банят и в ТикТоке, и в Инсте, и в Ютубе. Но в любом случае, лично я проверять не буду и вам не рекомендую. Если операция будет, то это просто ужасное зрелище. Если ее не будет, значит Корейка просто всех обманула. В любом случае, там делать нечего. Егор Ши пытается привлечь внимание Егора Крида, ведь, как он говорил ранее, это его кумир, но на сегодняшний день его сообщения выглядят так, как будто он пишет не кумиру, а какому-то другану. Ши пишет: «Егор, брат, я хожу на твои концерты, лайкаю фотки, везде тебе респектую, а ты на меня даже не подписан. Ты что, не брат мне? На всякий случай поставил для тебя таймер в сторис, чтобы ты не забыл подписаться, иначе не брат ты мне больше». Самое интересное, что Егор Крид эту ситуацию никак не прокомментировал, а многие подписчики начали ругать Шипа за то, что он гоняется за Егором как девочка и устраивает детский сад. Самое забавное, что недавно в одном из интервью Егор Шип так и говорил, что он не намерен бегать за Егором Кридом как девочка, а тут, получается, дал обратную. В общем, друзья, если вы хотите привлечь чье-то внимание, то это точно не должно быть таким способом. Инстасамку начали сравнивать с бегемотиком из Мадагаскара. В мою объемистость и крупноразмерность. Она попала в эту нелепую ситуацию в тот момент, когда начала хвастаться своей фигурой, а вернее проделанными пластическими операциями. Ее движения стали, мягко сказать, немножко нелепыми, особенно когда она бегает. Именно поэтому ее начали сравнивать с бегемотиком из Мадагаскара, либо с персонажами из GTA. Ну, те самые девочки, ну, вы поняли. Другие же пользователи начали отмечать, что у нее и раньше были проблемы с походкой, и именно для этого ее отправляли в свое время на спорт и на танцы. Ну а как вы думаете, друзья, в чем же причина? С детства или из-за пластики? Ну а на сегодня это все. Не забудь подписаться и увидимся в следующем ролике. Всем пока!